находимся на высоте 300 метров над Куала-Лумпуром. Собственно, немножко стрёмно, потому что я ничего не завтракал. Стрёмно. Вид неплохой, не знаю, кажется, как будто типичный, так сказать, город 21 века, с высокоэтажками и так далее. Башня, телебашня местная, очень прикольная. Она выигрывает, в прошлый раз я был в Останкино, и эта башня выигрывает тем, что у них есть такой вот замечательный скайбокс, полностью стеклянный, в котором можно пофоткаться, поваляться на фоне, так сказать, города местного. В общем, как-то так, очень понравилось.